Я приветствую вас в церкви евангельских христиан-баптистов. Зло. Как часто мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни? Как его преодолевать? Библия учит нас прощению. Это непросто. Это даже иногда бывает очень трудно. Но это путь Христа. И этому сегодня мы будем учиться у нашего Господа в нашем собрании. Благослови всех вас, Господь! Мы откроем Священное Писание, Евангелие от Луки, 6 глава, с 27 стиха. Слова Иисуса Христа. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Размышляя над этими словами, я утром заглянул в средства массовой информации и хотел бы несколько вещей сказать здесь вслух о том, что происходит вокруг нас, для того, чтобы осмыслить актуальность и значение вот этой заповеди, вот этого повеления, относящегося к церкви. В контрасте всегда это легче просмотреть. Бог через Иисуса Христа обращается к нам и говорит: «Любите врагов ваших». Сегодня утром в средствах христианской информации распространены следующие новости. Европейский суд по правам человека запретил христианскую символику в школах. В Соединенных Штатах Америки активизировалась борьба за сохранение христианской традиции празднования Рождества Христова. В эти дни там часто проводили рождественские парады и другие христианские мероприятия. Сегодня это под большим вопросом. Идет судебное разбирательство. Федеральный суд США запретил выпуск автомобильных номеров с христианской символикой и надписью «Я верю». В Узбекистане в октябре месяце депортировали одного из миссионеров, предъявляя ему требования депортации. Ему было объявлено обвинение в подрыве внутренней политики страны, которое выражается в духовном терроризме, так как распространение христианских моральных ценностей в мусульманской стране сегодня приравнивается к духовному терроризму.
один из садовитов Америки подал в суд на издательство, выпускающее Библии, и потребовал до 70 миллионов долларов компенсации, так как тексты из Священного Писания ущемляют и создают дискомфорт ему, как личности. Это тоже вызвало судебное разбирательство, идет исследование вопроса. В России националисты подали также в суд на Библию, так как в ней были найдены призывы к насилию. Они убежденно аргументируют в судах России о том, что Библия написана евреями и ничего общего не имеет с российским православием. Вот такова реальность наших дней. Можно было бы все это перечислять дальше и дальше. До бесконечности зло и беззаконие нарастает. И вот среди всего этого как-то совсем контрастно и необычно звучат слова, обращенные ко всем нам. «Любите врагов ваших». И невольно где-то в сердце слышится вопрос, а как любить? Как любить этого извращенного в системе ценностей гомосексуалиста, который посягает на Божие? Как любить тех, которые ненавидят любую христианскую символику? Как любить тех, кто самое святое, святую книгу Библию, видит для себя неприемлемой? Она ему мешает жить. Он никогда ее не читал и не читает, но вместе с тем он считает, что выпуск Библии, печатание Библии в современном мире, исповедующим самые гуманные ценности, совершенно недопустим, так как он ему, современной личности, мешает спокойно жить. Как любить? Не так давно один известный и успешный пастор Англии Уолтер Эверетт пережил семейную трагедию. У него был один сын, и его убили. Пастор продолжал совершать свое служение, но вместе с тем люди в церкви заметили, что это была травма, которая совершенно изменила психику пастора. Он стал совершенно другим. Он стал меньше улыбаться. В его жизни что-то внутри происходило, то, чего никогда не было раньше. Он как-то стал проходить мимо других, не замечая. Где-то он ушел в себя. Он стал другим. Понятно, драма большая. Я понимаю, что и в его сердце где-то возник этот вопрос не просто как тезис, а как нечто важное и ответственное, касающееся его лично. Возник вопрос, как любить? Как исполнить эту заповедь? Мы идем по жизни, с этим сталкиваемся повседневно. На самом деле, заповедь о прощении, она известна, она изложена Богом с древних времен, об этом знали древние люди. Изначально положение это было изложено Богом еще в Едемском саду, когда Бог принес заместительную жертву, покрывая наготу Адама и Евы. И с тех пор амнистия стала частью жизни. Она является потребностью нашей души. Мы нуждаемся в прощении. Читая Библию, мы встречаем драматическую историю в семье Иакова, когда братья продали своего брата, а потом, неся это тяжелое бремя по жизни, при сменившихся обстоятельствах, они искали прощения. Им трудно было это выразить публично, лично, сказать об этом Иосифу. Они искали каких-то иных путей, создавали определенные обстоятельства. Они придумали определенную легенду, которая способствовала тому, чтобы как-то расшевелить сердце Иосифа. Они придумали идею, как будто бы отец завещал. И с этой легендой они подошли к своему брату. Почему? Будучи в положении подсудимого, имея вот это бремя вины, они нуждались в прощении.
Это то, в чем нуждаемся все мы люди. Но с другой стороны, когда беззаконие касается нас, у нас возникает совсем другое чувство. Это чувство справедливости. И мы, христиане, часто, идя по жизни, стоим перед вопросом, как быть между справедливостью и прощением. Что делать? Добиваться, искать справедливости или все-таки простить? Но у нас не просят прощения. Никто перед нами очень часто не извиняется. Как нам быть? И вот голос Евангелия звучит: прощать. Я в последнее время несколько раз в электронной почте видел вопросы, написанные мне. Я думаю, это кто-то из вас писал. Они связаны с этой заповедью, с этим повелением. Что значит подставить левую щеку? Как это применить в моей жизни, если муж каждый день надо мной издевается? Как победить зло? Что делать? Как любить врагов? Кажется, здесь Иисус Христос предлагает нам что-то совсем, совсем нелогичное, совсем невыполнимое. Изучая этот вопрос, я обратил внимание, что в Греции, среди греков, которые далеки были еще от христианских ценностей, но что-то, я думаю, может быть, от того, что было заложено Богом в заповедях, обращенных к еврейскому народу, или по каким-то другим причинам, но в греческой традиции был праздник, который так и назывался Амисто. В этот день, это был раз в году, граждане добровольно отказывались от взаимной вражды, судебных тяжб и притязаний. Праздник сопровождался торжественным погребением всех семейных ссор, недоразумений с соседями, всевозможных огорчений, обид и несправедливостей. В этот день предлагалось написать, выразить, запечатлеть все обиды и претензии, пережитые за год, всю несправедливость, с которой приходилось кому-либо столкнуться. И вот в торжественном ритуале в каждом селении и городах совершался обряд погребения, просто закапывали в землю. Этот праздник назывался Амнисто. Отсюда и возникло слово «амнистия». Мы наблюдаем в Римской империи, Пилат легко пользуется как традицией тем, что было заложено Богом в заповедях еврейскому народу. И Библия говорит, что на праздник Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного из кого? Из узников, из преступников. И на этот раз, когда стоял вопрос, кого отпускать, выбор стоял между Вараввой, который был разбойник, и Иисусом Христом, который был Сыном Божьим. Народ израильский, те, которые знали Божье повеление о прощении, почему-то на этот раз не хотели принять обычаи Рима. Они не хотели прощать Христа. Но вместе с тем, они согласны были амнистировать Вараву. Почему так? Что делать? Когда Иисус Христос говорил о прощении, мы наблюдаем, что ученики внимательно слушали, и никто ему не возражал. Это было понятно, это было приемлемо. Дело в том, что еще во Второзаконии, в 15 главе, Бог повелел Израилю следующее. В 7-й год, один из семи, это было заповедью Божьей, это было постановлением, которое стало доброй традицией в еврейской культуре. В 7-й год делай прощение. Это повеление Бога. В 9 стихе этой же главы Библия говорит от лица Бога: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Приближается 7-й год, год прощения. «И чтоб от того глаз твой
не сделался немилостивым к брату твоему. Дело в том, что когда речь шла о прощении в Израиле, она включала не только моральный ущерб. Когда стоял вопрос о прощении, нужно было прощать долги, в том числе и материальные долги. И если кто-то взаимствовал друг у друга что-то, к концу 7-го года эти долги надо было просто списать. Неважно, сколько их, 1000 или 1000000, идет год прощения. И Бог говорит еврейскому народу: берегись, чтобы в сердце твое не вошла беззаконная мысль. Бог называет эту мысль беззаконной. В чем она состоит? Если ты откажешься от прощения, тебе кто-то что-то должен, и вместо прощения ты потребуешь справедливости. Бог это называет мыслью беззаконной. Вот трудно вместить Бога. Как-то недавно я в одном из христианских журналов увидел заглавие одной статьи: «Что делать нам с таким добрым Богом?» Автор ставит очень много вопросов, которые на самом деле вызывают боль и чувство трагедии, и вопрос стоит, как прощать. И на самом деле мы должны решать, либо что-то мы должны сделать с Богом, либо что-то нам нужно сделать с собой. Позже, размышляя обо всем этом, ученики уже как бы не ставили под сомнение вопрос о прощении, но все же осмелились спросить Иисуса Христа. И об этом нам повествует евангелист Матфей в 18 главе, пожалуйста, с 21 стиха, мы вместе с вами прочитаем. Обратите внимание, как звучит вопрос. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему?» Здесь Петр не ставит под сомнение вопрос о прощении вообще. Как бы дело понятно, это было заповеди Божьей. Но вместе с тем, идя по жизни, имея практический опыт, у Петра возникал справедливый вопрос. Прощать – дело понятное. Но сколько раз? Сколько раз прощать? И далее мы читаем ответ Иисуса Христа. «Не говорю тебе до 7 раз». Но до 70 раз. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел произвести расчет с рабами своими. Когда начал он производить расчет, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призвал его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И далее, подводя итог этой притчи, Христос говорит:
Итак, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.